Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно, я пока нахожусь в некоторых сомнениях относительно того, стоит ли мне перечитывать ваш текст или нет, потому что как-то весь ваш текст, он про других людей, вот, про мужа вашего бывшего, про его знакомую, вот, про сестру мужа, и, в общем-то, ничего, вот абсолютно ничего, да, как будто бы нет про вас, то есть вот вообще про вас совсем чуть-чуть, кроме того, что ну, у меня сложилось некое ощущение такое, что вы как будто бы оправдываетесь, как будто бы вот пытаетесь объяснить, почему вы, ну, поступаете вот так, как поступаете, то есть там куда-то едете, что-то делаете, кого-то посылаете и так далее. Вот. То есть как будто бы вот какая-то, не знаю, неуверенность в себе, что ли, сквозит здесь. Вот. Ну, понятно, что, может быть, я не прав и неправильно как-то эту ситуацию интерпретирую. Такое, в принципе, тоже может быть. Собственно, вы хотите объяснить поведение вот этой самой знакомой мужа, бывшего, почему она себя так ведет по отношению к вам. Вот. Там достает вас, преследует, пишет какие-то вещи. Вот. То есть, ну вот, как вот вы хотите для себя, да, эти вещи объяснить. Ну, с одной стороны, я вас могу понять, что вы хотите это сделать, хотите объяснить это. Вот. Но с другой стороны, я думаю, что абсолютно никакой пользы для себя в этом вы вообще не выиграете ничего от этого. Вот. Потому что, поймете вы, там, грубо говоря, значит, почему человек ведет себя вот так, да? Вот. Ну, поймете. А что дальше? Вот. То есть, ну, что дальше? То есть, как вам это поможет? То, что вы вот найдете объяснение. То есть вы найдете объяснение. Вот. Непонятно совершенно. На мой взгляд, вам это не поможет. Вот. Кроме того, ну, здесь нет никаких вообще гарантий, да, что это будет действительно то объяснение, которое вот соответствует истине, потому что это, ну, все равно эта история больше про погадать будет. Вот. И как бы, ну,
никакой вообще информации, да, вот, чтобы она была, ну, наверняка, да, вот, ну, нет, абсолютно. Ну, вот. Поэтому, ну, вот, я думаю, как-то, я думаю, как-то, что вам надо бы больше переключиться с вот, попыток понять, да, этого человека, вот, знаете, переключиться вам желательно на себя в этой ситуации. Вот. То есть, ну, вы большая молодец, что подняли, значит, детей. Вот. Вы большая молодец, что это сделали. Это тяжело, это безумно тяжело. Я, ну, не представлял, насколько. Вот. Но это сделал. Вот. Вы молодец, что это сделал. Несомненно, несомненно, у вас остались обиды какие-то на бывшего мужа, ну, и, собственно, эта ситуация с этой женщиной, она вас, естественно, задевает, ну, то есть, не может вас эта ситуация, да, не задевать. Это, ну, невозможно. Вот. Поэтому вот, вместо того, чтобы, ну, пытаться, значит, понять человека, да, вот, того, чтобы пытаться там, как-то вот выяснить, для чего, зачем. Ну вот, ну, она делает то, что делает, вот. Мне кажется, что гораздо лучше будет для вас поисследовать, знаете, свои чувства, ну, вот. То есть, ну, вот, они у вас, ну, ваши чувства есть, вот, и попроживать их, вот, и, ну, постараться увидеть, значит, вот, те, вот, проблемы, да, которые вот, у вас, может быть, есть, вот, и попытаться освободиться от этих переживаний, вот, ну, таких вот негативных, да, потому что, ну, в любом случае что-то такое у вас есть, и не может не быть совершенно точно и совершенно очевидно. Вот. Поэтому вот я думаю, что в этом направлении можно, значит, ну вот, как-то двигаться, вот, в этом направлении можно что-то делать. Ну вот. И я думаю, что вам можно помочь. Вот. Потому что, ну, вы могли и ожесточиться, ну, в принципе. Вот. Вы могли там
не знаю, перестать доверять мужчинам, да, то есть, ну, типа, что там ни на кого, ну, ни на кого нельзя положиться, да, вот, то есть, ну, какая-то такая может быть история, вот, и вот от этих вещей хотел бы, вот, конечно, по возможности уберечь, вот, чтобы, ну, вот, чтобы в эту сторону вы не шли, вот. Потому что, ну, на мой взгляд, да, ничего хорошего вы для себя в этом не найдет, вот. Значит, вот, отвечаю, да, на вопрос, на ваш, все-таки, что может двигать этим человеком, вот, я думаю, что выиграть может только какая-то выгода, вот, я так думаю, вот, но, естественно, ну, какая выгода, тут неизвестно. Вот. Ну, также очень очевидно, да, что вас эта ситуация задевает, вот, как-то, очевидно, что вам она, эта ситуация, ну, тяжела, вот, то есть, вас она как-то, ну, подавляет, чем-то. Вот. И, значит, вы чувствуете себя, ну, плохо. Опять же, в этой ситуации. Вот. Мне интересно, значит, как вы в это вовлекаетесь? Как вы в это вовлекаетесь? Вот. Это мне интересно. Как вы в это вовлекаетесь, каким образом? Вот, у этого человека получается, ну, вас вот так задевать, да? Вот. Нужно учиться, я понимаю, что это тяжело, но нужно учиться жить, опираясь на себя, вот, опираясь на свои ценности, вот, которые у вас есть. Вот. И вот нужно учиться, значит, вот в этом направлении двигаться вам. Вот. Сейчас, ну, как будто бы, вот, вы этого либо не делаете вообще. Вот. Либо вам очень неприлично это делать, тяжело делать. Вот, либо вы просто, ну, не умеете так. Вот, ну, ничего страшного, опять же, да, что для этого, собственно, и нужны психологи,
вот, чтобы помочь вам с вашими проблемами, да, с которыми вы столкнулись, по сути. Вот. Вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это ответ, обратная связь поможет вам сформулировать для себя базовые постулаты, да, для психотерапии. Вот. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь.